Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать прятаться друг от друга, да. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам и только вам мы снимаем эту рубрику, йоу. Да, ты что со своим йоу? Да, ребята, поэтому ставьте огромнейшие пальцы вверх прямо сейчас на этот видос. Как обычно, чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить, тоже как обычно. Да, да, вперед, погнали, ура! Беги! Бегу, бегу, не оглядывайся, давай, давай, давай. Итак, ребята, я уже все построил и готов вам все показать, что я построил. Сегодня я решил построить рабочее место в Майнкрафте, то есть компьютер, который будет стоять на столике вместе со стульчиком, на котором будет сидеть зомби-гигант. На самом деле, на моей карте очень много, где можно спрятаться. Например, можно спрятаться в мониторе, можно спрятаться на столе, можно спрятаться внутри компьютера, тут тоже есть проходы. Можно спрятаться в розетке даже, представляете? Можно спрятаться вот в такой вот замечательной вазе для цветочков, ну, в данном случае для таких вот деревьев. Тут можно превратиться в слизь или можно спрятаться с помощью такой вот одежды из земли. Давайте уже я попробую где-нибудь спрятаться и надеюсь, что в этой серии меня Эдисон поищет подольше. А вы, ребята, поддержите меня, пожалуйста, поставьте большущий палец вверх, и тогда Эдисон будет искать меня дольше. Ну, я надеюсь. Так что, пожалуйста, помогите, ребят. Лайкусики нужны прям срочно. Погнали. Ну что? Эдисон, я уже спрятался, заходи, заходи, проходи на мою карту. Так, а что у тебя тут такое, рабочее место? Да, это мое рабочее место, ну или не мое, неважно. Вот, Эдисон, ищи меня. А чё? Почему не твое? Твое, твое, твое. Нет, это не мое, на мое не похоже. Ты только посмотри на свой замечательный компьютер. Я тут так все вырабатывал, все детальки, понимаешь? Нифига, что это за игра? Это Майнкрафт, Жека? Это 2D Майнкрафт, это 2D Майнкрафт. Нифига себе, да, хорошо, хорошо, хорошо. Так, это давай, мышка, давай. Да, мышка. Ты там посмотри, там можно много куда залезть, и там все прочекай. Да? Да, да, можно? Да, там... Думаешь, можно? Ну, вот, думаю, да. Ну давай, давай, давай. Да я вот просто смотрю тут. Куда ты? Ну хорошо, смотришь? Хорошо. Да я вот смотрю, не скажу, куда я смотрю. Хорошо. Я сразу под стол. Я под стол уже. Хорошо, давай, давай. Ты под столом, я понял. Я под столом. Что это тебя так рассмешило? Что это под столом? Кто меня убил? Алло! А, не знаю, не знаю, вообще какой-то это. Андерн тебя убил. А в смысле, я даже ничего не делал, Жека. Кто меня убил? А туда же в стол, да, можно залезть, даже в стол. Да что он не бьется, паскуда! Так, ладно, ладно. Я не знаю, что там у тебя творится, NPC какие-то у тебя там сами друг друга убивают. Что такое? Что такое? Рассказывай, я не молчи, мне страшно. Наставил тут чешуйниц, наставил чешуйниц. Ну. Чешуйниц. Ползу. Ползут, смотри, поползли. Отползет, еще одна ползет. Ну давай. Ой! Если будешь чешуйница, я тебя зарежу, честное слово. Почему ты меня зарежешь? А вот просто так. То есть я не могу теперь быть чешуйницей? Это что за чешуйница, не понял. Не можешь, нет, Жека, нельзя. То есть я вот хоть кем могу быть, а чешуйницей не могу быть, да? Да, да. Ну ладно, хорошо. В этой серии нельзя. Я понял. Понял? Да, да. Ты меня понял? Да, да. Ну, ползет он, смотрит на него, ползет. Ага. Что интересного нашел, Эдисон, надо рассказывай. Да не скажу. Я как бы и так вижу, можешь как бы не рассказывать. Такие просто сумасшедшие чешуйницы, просто ненормальные, Эдисон. Да вообще просто галимые. Ты давай, искусственный интеллект, а ты там пробовал еще, может, розетку залазить, не знаю, какой-нибудь еще. Искусственный интеллект? Да, давай, искусственный интеллект, проверяем. Да, ой. Куда в розетку? Я в розетке был, там ничего нет. Да, ты говоришь, ну ладно, хорошо. Я был, не знаю, там на монитор залезть можно, не знаю, там. Там что и на монитор можно залезть. Может быть. Может нельзя, Эдисон. Не знаю. Ну ты смотри, как бы карта в твоем распоряжении. Подожди, ты мне правду говори, можно или нет? Конечно, нельзя. Что за обман? Нельзя так же. А может я вообще зомби, ты не подумал? Я уже бил его, так что не надо меня тут разводить. Может, ты просто не убил, а я как бы очень сильный. Зомби-то большой как бы. Да. У меня вообще-то вот ник, если ты не знал, у меня Мейбл ник, видишь, Мабли. Да? Да, ты посмотри в чате, кто тебя убивал. Мейбл постоянно тебя грохнул. А,
не, я не хотел, ну честно, я не хотел. Эх, Мейбл опасная очень. Я не знаю, Дисон, как бы ты там на вазу залезал, Да, там два слайма были. Да, ну может я слайм? Я всех бил! Чё ты меня развой? Да ладно, хорошо. Ай, упал, так, сейчас всё будет. Где ты? А может я паук, слушай, не подумал? Я пауку убил, нет, я всех бил. Да, ну ладно. Ой, блин, в паутине застрял, чёрт. Да. Конечно, в паутине он застрял. Эдисон, я невидимый блок в Майнкрафте, мой друг офигел и не смог меня найти. Ты че, реально не смог? Вообще не смог, ты прикинь. А как? Ну я же не дурак! В смысле, дурак? Ну давай, ищи меня. Нет видеокарт, только кулеры. Понял? Да это видеокарта, ты ничего не понимаешь. Нет тут видеокарты, все. Так, хорошо. В паутине он застрял, да? Да. Нет, не ты. Это не ты! Жек, я заколебался. Вот я тоже, честно, заколебался. Этого не могу убить. Этого могу, но он застрял. Так, сложно. Смотри, если ты геймод не выключил, я вроде уже всех перебил, кто-то только был, Жек. Да? Да. Точно? Хорошо подумал. Точно. Хорошо подумал. Да, точно. Эдисон, а ты где? Можешь сказать мне так? Возле розетки. Да? Хорошо. Да. Я буду знать. Нет. Я тебя надурил, Жек. Бегает, что-то там бегает. Да, бегает. Что тебе не нравится? Что, я не вижу, ты где? Мне чешуница напрягает очень сильно. Какая? Да все! Все? Ты уверен, что все? Все, да. Так, Жека, я... Здесь, знаете, я вижу, привет. Да, видишь? Подожди, ты говоришь, ты не на улице. Ну, а возможно, уже на улице. Я просто уже глаза разуть немножечко. Падал! Не, ну прикольно, ты как бы мудишь, да? Ты просто колебался сидеть, а тебе чешуйница, я решил погулять. Отстань от меня! Свобода чешуйницам, дискриминация! Я всех бил, я говорю, всех! Я на начале серии сказал то, что не может быть чешуйницей, алло. А я на начале серии уже был чешуйницей, что я могу? А все, я сказал, ты не можешь быть. Причастен, ты проигрался, я понял, ты проиграл просто. Почему? Ты сам вылез, я как бы не сдавался. Ну ладно, хорошо, ты просто настолько нубаешь, что мне надоело сидеть. Да. Я решил погулять. Хорошо, так и быть, да. Ну что, Эдисон, как бы... Ну что? Опачки, это что у тебя тут? Слушай, я как раз голодный. Два, там у меня курочка есть, там у меня пита, арбуз, два бургера, два. Не один, а два. Да, это целых два. Слушай, а почему тут у ведьмы на башке кувшин? Просто так мне захотелось, все. Ладно, хорошо. Так, а это что у нас такое-то? Оранжевое, серое, что-то... Ладно. Оранжевое, серое. Что-то на досочке лежит, что-то непонятное. Это суши. А, это суши, все. Да, это суши. Чё, ты не любишь суши, Жека? Так, подожди, а что это такое в белой тарелке? Какие-то песок валяется. Это курочка с кетчупом. А, все, понял. Песок с ростованным, это у нас курица с кетчупом. Ну да. А как ты хочешь, чтобы я в Майнкрафте сделал курочку, а? Ну, глина коричневая и белые блоки обычно делают. А у меня вот так. Ну ладно, он просто... Банальная курочка. Да. Я понял. Так, Эдисон, я не знаю, где ты. Тут просто только NPC, как бы я могу каждого бить, но это будет не особо интересно, поэтому я так делать не буду. Мне вообще посрать. Просто посрать, честно. Ладно, я залезу на бургер. Слушай, прям как из этого. Это прям Black Star бургер, да? Это прям, да, Black Star. Ууу, а почему в Black Star бургере какие-то катакомбы? Можно вопрос? Да, Эдисон, да, это не честно, что у тебя... В смысле? У тебя Black Star бургеры, какие-то катакомбы. Там не только Black Star, там везде катакомбы. В каждом блюде есть свои катакомбы, Жек, вот так я тебе скажу. Да? Да, в каждом блюде. Но они как бы все соединены между собой, Ай, мазафака. А вот так вот. Ты что, английский знаешь? Да, я вообще английский мэн. Ну все, вот Эдисон, так вот. Я заколебался уже, я уже сам запутался в этих катакомбах. Ну значит меня там нету, ищи на улице. А может есть?
Я уверен, что ты в этих катакомбах. То есть ты вот специально так хорошо, спрятался. Хорошо. Ты вот любишь такие свои лабиринты строить, я знаю. Ну хорошо, Жека. Так уж и быть, так уж и быть. У тебя капец какая большая карта! Я... Ничего она небольшая, Жека. Она очень даже маленькая. Я тут попрыгаю, я тут похожу. Попрыгаешь? Туда-сюда. Ова, да. Так, хорошо, где я вылез? Я снова вылез в Блэкстарбургере. Да, Блэкстарбургер? Угу. Чем? Ничего интересного? Ничего интересного. А где-то я тебя не вижу. А нет. Вижу. Стоит себе там на стакане. Стоит, смотрите. Он на стакане стоит. Опа, прыгнул куда-то. Ай, собака убила меня. Эдисон, я не понимаю. Я не понимаю, серьезно, это капец. А что такое? Я даже не знаю, где тебя искать. Что непонятно? Ты точно не вот этот NPC на пицце, потому что они какие-то все слишком NPC-шные. Да, NPC, ну просто может у тебя искусственный интеллект барахлит немного сегодня же. А? Как думаешь? Это падло тоже. Лохопудло. Так, если ты... Как думаешь? Если ты в этих катакомбах... Не, стоп, если ты... Я не в катакомбах, нет, я даю тебе подсказку, я не там, я на улице. Хорошо, и ты не в лаве, да? Я на улице. Ты не в лаве, да? Я на улице. Давай, ищи меня, ищи. Ой! Падал ты. Ах ты собака. Ну стоп, собака. Давай, чтобы я 500 раз в лаву не прыгал, как бы, да? Я не в лаве, я на улице. Хорошо. Ну как бы там еще стаканчик, ну хорошо. В стаканчике я видел это... Что стаканчик? А, ну в стаканчике катакомбы. Тут два стаканчика. Да? Так, подожди, мне нужно вылезти из Блэкстарбургера. Обычный, если... есть с Кока-Колой. А, с Кока-Колой, вот я нашел. С Кока-Колой. Я потанцую. Танцует он. Я просто подрыгу. Я сижу, я тебе дам подсказку, я сижу. Я не стою, я просто сижу. Ты что-то, ты какой-то это, ты подозрительный. Я странный какой-то, да, Жека. Думаешь, я странный, да? Так, курица бешеная. Ничего там нету бешеного. Ничего нету бешеного. Я просто... Так, ладно. Что ты там такое делаешь? Я ничего понять... Вот так, стоп. Надо проверить все верхушки. Верхушки нужно все проверить. Потому что ты мог спрятаться где-то на верхушке. Хорошо. Так, у тебя реально интересная карта. Я вот просто даже не могу понять, куда. Раз ты не в катакомбах, раз ты не в лаве, значит ты скорее всего NPC. Не, ну хотя подожди, ты можешь. Стоп, если ты прыгаешь там и сидишь, то вряд ли ты броня. Да. Может ты в хот-доге? Может я просто бегающая броня, не знаю. А, ты просто бегающий, понятно. Это что вообще? Может, я просто бегающий и прыгающий в броня, да, как кто его знает? Ну я же не могу быть настолько слепым, чтобы не увидеть тебя на улице, если ты бегающая и прыгающая броня. Ну не прям бегающая и прыгающая, но перебегающая хотя бы, танцующая немного. Да? Да. Ну? Уже ночь наступает, подожди, нужно сделать день. Ничего не нужно, нет, нечестно так. Что-то я тут заметил такое. Что-то я тут такое. Так значит заметил! Иди сюда, падла! Ах ты говно, ты ботинки! Я привык, что все NPC это нагрудник. А ты сраные ботинки! А я тебя надурил! Да я специально подпрыгнул, ты меня как раз в тот момент заметил, да? Да, ну я что-то видел, что там что-то шевелится красное. Ну ладно, так, я уже искал, у меня прям уже зелье, Жека, заканчивалось, поэтому... На тебе это... Я тебе знаешь, что подарил? Ну, кетчуп. Кетчуп. А вот это, Это листья салата, да. Хорошо, такую любовь. Ну что? Шо, давай ты говори. Я? Ну да. Хорошо. Ребят, пишите, что вы любите жрать. Жека, ты что любишь жрать с моей карты? Бургеры это прям. Бургеры. Напишите, ребята, что вы любите. И также ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на вот этот видос, если хотите больше пряток, больше троллинга и вообще больше видос. И не забывайте на наши каналы подписываться, потому что мы для вас видео снимаем каждый день. Каждый день мы с Эдисоном стараемся и снимаем для вас видео. Так что вы поставьте лайк, пожалуйста. Естественно! Поэтому, ребята, огромное спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова.